Привет, друзья! Сейчас хочу продемонстрировать еще один девайс от Devolta, который мы купили здесь на фирму. Это, в общем-то, известный вам уже гвоздезабиватель Devolta, батарейный. Работает он от обычных 18-вольтовых батареек. В комплекте идут 4-амперные, которые наилучшим образом, конечно, для него подходят. Вот. В принципе, вещь, безусловно, достаточно тяжелая. Особенно тут махать с ней, бегать, это удовольствие ниже среднего, но ни в какое сравнение все равно не пойдет с обычными компрессорными, с этими шлангами, с тарахтелками и так далее. Достаточно удобная вещь, очень хорошо регулируется глубина забивания с помощью вот такого колесика. Достаточно понятная индикация, в какую сторону крутить. В общем-то, шаман уже все это показывал. У нас есть переключатели на одиночные и серийные выстрелы. Обычная индикация, которая, ну, тут лампочками показывает, что происходит у нас с аппаратом. И я просто хочу показать, как он работает. Ну, например, прибью, например, вот эту планку сейчас в СИП-панели. СИП-панель из пенополиуретана. Стоит на одиночных выстрелах. Сейчас надо чуть-чуть подрегулировать. Слишком утапливает. Поставлю на серийные выстрелы. Что такое? Ага. Фикса на замок. Нет, я да. Нечаянно нажал на фиксатор. Гвозди в данной ситуации у нас стоят 70 миллиметров, или это 65 склеен. Ну и 90 гвозди мы уже попробовали, очень-очень, в принципе, хорошо себя, хорошо заходит, забивается. Модель DSN 690. Пользуемся мы ей уже сколько, недели полторы, да? Больше чуть-чуть. Ну, недели полторы-две. Вещь, я скажу, удобное. На самом деле удобное. И вот спросим у нашего оператора, который сейчас больше всех этим делом работал. Не хочешь? Хочешь поменять на что-то другое? На настоящий пулемет. Все, специально для Мастер Сити. Всем привет. Пока.